Друзья, здравствуйте! Добро пожаловать в 9-й выпуск 5-го сезона «Пути со дна» с прокачкой с нуля в Escape from Tarkov. В предыдущем выпуске получилось добить с болтовки ЧВК на ближней дистанции, закрыть квест «Тарковский стрелок» часть 3 и, воспользовавшись переломом как болевым эффектом, настрелять диких, выполнив квест «Путь выживальщика раненый зверь». Выпуск поддержали финансово Олег Суворов, Александр, Энилогин, Доминант, Паникас, Яспер, Мистер Гниз, Деппехт, Злой, Гризли и Сергей. Большое спасибо, люди добрые, за вашу щедрость и теплое слово. Будьте здоровы. Доминант, привет. Поиграл на РМ со старыми болтовками в Варфасе. Отпинали старого, как хотели. Как-то так. Насчет FPS в Таркове, я и правда хотел бы обновить процессор на компе, но пока нет такой возможности. Злой, привет. Привет, Алтайский край, родина моих родителей. Всем приятного просмотра. Совершил несколько маневров торговых туда-сюда, продал, купил, короче, тут кое-что подфильтровал, что мне там по квестам надо, туда-сюда все понаоставлял. Благодаря этому в убежище кое-какой порядок удалось навести, тут кое-что поставил, пищеблок я поставил, что еще поставил, санузел второго уровня улучшения заказал, поставил обогрев второго уровня и наконец-то навел порядок здесь, в этом самом спортзале. Теперь у меня никаких штрафов, там дебафов нет, ничего, здесь просто порядок, ничего не мешает. Ну а на строительство спортзала, короче, еще куча ресурсов надо. Сегодня стал доступен «Друг Запада», часть 1 квест. Я не знаю, почему, с чем это связано. Возможно, с тем, что я 15 уровня достигну. Я движуху не доделал, еще двоих с пистолета надо. Значит, жетоны я уже все передал, которые необходимо было. Остается только убить ЧВК Юсеков семерых. Поэтому я сегодня и пока не сделаю, наверное, «Друг Запада», буду играть на североамериканском сервере. Северо-восточная Америка. Пинг больше, но зато Юсеков гораздо больше. Сегодня планирую походить по таможне. Более-менее живая карта, но не такая душная, как завод, например, да, поэтому операция «Водолей», часть вторая у меня есть еще с дикими, тут 9 диких надо настрелять на таможне. Оружие будет у меня FN Scarrel, это оружие, которое мне дали вместе с оружейным ящиком за участие в ETS, в тестовом сервере, когда звук тестировали, я тут коллиматор повесил и глушитель присобачил. А, еще ЧВК у меня, вон, смотри, перелом имеется, так что я таблетку фить, и если получится ЧВК в голову убить, то у меня квест от егеря еще будет делаться. А вообще, я что-то подумал, что я тороплю, куда я тороплюсь, что-то бегаю на заводе с пистолетом, как этот ужаленный, да? Пожалуй, я буду делать квесты какие-то по кайфу и играть просто в кайф, просто наслаждаться геймплеем. Иначе, если я начну за чем-то гнаться, за капой, за квестами какими-то, я не буду получать удовольствие от игры. И вот этот негатив, отсутствие настроения и желания играть вы быстро прочувствуете вообще в выпусках. Поэтому давай, пойдет как пойдет, а помрет так помрет. Гнаться за какими-то высотами, достижениями я не буду. Просто буду играть в кайф. Потихоньку качаться, потихоньку закрывать квесты, потихонечку развивать убежище и отношения с торговцами. Блин, офигеть, сори, конечно, но я на время вообще не посмотрел. Я, оказывается, в ночь вышел, 22 часа. Так что это будет темно. Ладно, я тогда подсвечу картинку. Постараюсь. Чтобы это более-менее адекватно выглядело, да? Фонарик есть, конечно. Если что, будем использовать по возможности. При необходимости. Так, что, давай газоанализатор тогда искать. По верхам, по туда-сюда. Может, посчастливиться его найти. Весь хлам вот этот сейчас нужен. Блоки питания и прочая ерунда. Кабели вот эти силовые. Сигаретам мне только Мальборо нужны, ой, эти Винстон нужны только 3 пачки и все. Так что найдем, если то найдем, не найдем, потом сварим. Ой, ё-моё, ну серьезно? Еще и флешку нашел. Не, ну это самое. Просто в куртке флешка. Достойно.
Или не знаю, или за дикого походить, полутаться, блин. А за ЧВК квесты делать чисто. Не хотел за дикого делать ничего. Думал, делать буду отдельные выпуски, но что-то я посмотрел. По-моему, это несовместимые какие-то вещи. А, вот же еще, по-моему. А, я его проверил. Блин, вот сейчас на последние деньги снарядил своего чевака. Если завалят, буду вообще с пистолетом бегать. Голышом. Ладно, бог с ним, с этим газаном. Давай тогда диких поищем. А диких я сейчас черта с два найду, да? Чтобы диких найти, это надо... Ты, да давай я тогда выйду вообще с этого рейда, да и все. Че я нафиг ночь вот это вот и себя мучить, и вам ничего не видно. Пойдем выскочим с локации. А вот здесь компостера еще посырю. Возня лютая на той стороне, да? Погнали, блин, а то, ну, неудобно так будет. Не мне играть неудобно. Ни вам не видно, нифига не будет. Выходы у меня на стороне ВСРФ. Так что потихоньку, быстро, незаметно. Ту сторону двину. Так. И на заправке тишина. А, нифига, тут проскочил кто-то уже. Через заправку примерно в том же направлении, что и я двинул. Да, здесь же где-то стрельба была. Так. Да, я же поставил обогреватель из зоны отдыха. Это тут бухнуло. Дробовик бухнул где-то. А вон он, чуть дальше тайник тут. Чик. Мать твою. Это по мне. Нифига ты увидел. Так, интересно знать.
ты, это ЧВК, по-моему. Я же говорю. Интересно, на меня пойдет? Ого. Тогда это массинист, по-моему. По снайперу пилит. Все получается. Застрелил. Юсек. А, ну вот он, дробовик. Понятно, понятно. Блин, я там магазин выкинул. Вот это да. Но искать его сейчас вообще не варик. Так, ну вот, те, кто шел мне в лоб, получается уже все. Они либо в общагах, либо уже там по стройкам пошли. Так что я думаю, здесь путь свободен. Давай тогда к лодке контрабандиста. И попробую там выйти. Это луна как фонарик включилась такая. Опачки, вот это нам нужен тип. Готово. Это по квесту, короче, дейлику. Там дистанция больше 40 метров нужна. Ну, вот такие товарищи, самая хорошая цель. Вон он побежал. ЧВК. Ладно. 100% он слышал эту стрельбу. Он либо проскочить решил, короче, либо флангануть эту горку. Ну, удачи ему. Блин, не работает выход. Тогда на перекресток, получается, надо идти. Капец, ночной рейд, да? Казалось бы. Нифига, народу как днем бегает. И с оптикой, и совсем на свете, и с дробовиками. Да у него еще рюкзак такой большой был, тот, который я обходил вдоль забора. Там бета, по-моему, у него была. Точно не на пробежку пришел, да? С большим мешком. Так, лады. Можно будет, раз уж мы пойдем на перекресток, еще скрипучку глянуть. В скрипучке картотека есть. Может, в картотеке мы найдем? Что интересного? Тот же газан, например. Хотя, блин, флешка есть. Как раз одна, по-моему, она мне осталась там. Хотя бы егерю флешки закроем.
Или кому лыжнику. Короче, одному из них. Да, позрим. Тут, похоже, вынесли все. Окей, пойдем домой. Пойду тогда на перекрестке выйду и лучше подню, чтобы хотя бы видно было, а то ходишь как это, ну, каждого шороха. Шугаешься и толком не разглядеть, что где. Блин, было бы здорово, если бы того чувака я в голову, да, застрелил. Ну, судя по тому, как у него картоха сильно выбита, скорее всего, я мимо там накидывал ему. Ну, ну а чё, тремор, руки трясутся. Нет, нет. Вот эту хрень мне надо вынести. Данные разведки, вот это вот. Ой, красота, ё-моё. Для убежища же нужен, для разведцентра. Ну чё, криво вышел, я не хотел, честно говоря, ночью-то выходить. В 22 вышел, и по ночной таможне пришлось пробежать. 14 небольших минут, 2-300 и сек, и в голову, зашибись. Что на флешке квест можем закрывать, нежданно-негаданно, просто в куртке нашлась флешка. Я, честно говоря, чуть не припомню, находил раньше в куртках эти флехи или нет. Как раз у меня еще один квест высыпается на таможне от лыжника. Это золотые понты, ключ от времянки он мне дает. 303-я комната нам нужна на таможке. Там забрать Зибу зажигалку и заложить ее во времянке на трейлерном парке. По-моему, у меня был... А, вот он, 303-й ключ от общаги. Есть. И вот лыжник мне дает вот этот ключ, который мне нужен от времянки. Только его пока возьму, остальное потом заберем. И сразу его чик в подсумок. Все, можно идти на таможню еще раз. Все как положено, у персонажа перелом. Буду использовать ибупрофен как обезболивающее, чтобы у меня в глазах не мутнело все. Немножко картинка будет сыпаться, конечно, резкость увеличенная будет. Но зато квест потихоньку вот так вот раз и одного застрелил. Если одного застрелил, значит еще одного смогу застрелить. О, блин, был бы ключ, можно было бы сразу. Ё-моё, вот у меня спаун беспонтовый на самом деле. Это мне представь, сейчас надо идти в общагу, куда я приду, уже там все занято будет. То есть уже шансы небольшие на выживание. Потом надо вернуться, блин, сюда во времянку. И потом снова идти в ту сторону, в том направлении, чтобы выйти вообще с локации. Ё-моё, это будет больно. Короче, чтобы никакого соблазна на выход не было, я не буду вообще лутаться так. Пока. Потом полутаемся. Когда во времянке заложим, тот квест выход выживания не нужен. С локации. Поэтому на обратном пути спокойно похожу. И диких постреляю, и полутаюсь. Может быть, как раз к тому времени получится так, что кто-то зайдет Таркон и откроет для меня эту комнату, так как ключа у меня пока нет. Можно купить на барахолке. Но я хочу сначала эту самую терапевта открыть, в общем. Второй уровень лояльности. Чтобы у нее бартернуть этот самый планшет для документов. Вот, туда спокойно можно будет и ключики складывать, и доки всякие. Приколюхи разные, которые мне нужны будут и будут попадаться. Блин, что-то дикие не заспавнились. Я думал, сейчас через дорогу тут построю, через канал, то есть через этот. Дистанция как раз огонь. Опа.
Мискузи, брат. Мискузи. Работа такая. ЧВК, голова, тремор, все, квест закрыт. Можно лечить руку, а мне нечем, у меня нет шины. Я шину забыл взять. Но это по-нашему. Это то, как Диса умеет. Че, пофиг, пока далеко не ушел. Блин, или не лутать его? Не пойму, это дикий стоит или что-то. Руки ходуном ходят. Понял, понял тебя. Кореш его, походу. Хорош, хорош. Долго я, конечно, думал, что там делать, лутать его, разбирать или уходить оттуда. Ну, в общем, вот этим обычно все и заканчивается, когда долго думаешь. Денег в схроне 1275 рублей, я не могу вылечиться. Офиг, у меня там грызли есть. Бам. Все, как новенький. Честно говоря, с таким же успехом я, возможно, мог бы сделать из пистолета эти самые, да, убийства. Давай, наверное, я с пистолетом дальше пойду. Пофиг, что мне. Терять, что ли, много чего есть. Опачки. Нормально, нормально. Сейчас тут дикие, которые появятся сразу ко мне, да, придут? Ладно, вот так вот попьем хотя бы, а то мне что-то там не алё с этим самым. Что за хрень? Патроны. Это что за хрень? Блин, зато у меня спаун неплохой такой. Ну, то есть попутно, если сейчас прям двинуть в общаге. Потом в сторону временок. Да хотя мне не дадут тут пройти. И не столько дикие мне жизнь подпортят, сколько чайвыки. Что-то прям битком локации. Да ничего, да, теперь вот так вот. Всегда полные локации. Сейчас эта сторона как раз лоб в лоб на меня сейчас тоже кто-то идет. Да пофиг, может быть застрелю с пистолета чувак. Тоже там парочка осталась. В вагоне слышал, да? Огреб, огреб. Так, так, так. Старая заправка, забеха. Ну ладно, я хотя бы попробую сейчас тогда квест выполнить по Шурику, потому что я первый сейчас в трешке буду. Я быстренько забегаю, забираю эти зажигалку. И как-то незаметно надо будет назад на трейлерный парк мне проскочить. Тарков уже сам помогает. Говорит, Диса, что, не получается, не можешь, что такое? На тебе спаун пободрее. Если сейчас опять сольюсь, я готов поспорить, что Тарков мне даст еще один шанс, только сделает мне спаун за двушкой. Да ну нафиг, уже кто-то есть тут. А, это дикие, они же за мной охотятся теперь будут. Я же голый вышел, точно, точно. Давай, открывай. Вот она, Джандагала. Во, чтоб хотя бы дикие меня не этого ли, да?
не охотились за мной. Ой, мамочки. Ну нет, нет. Да почему? Сам-то такой, смотри, он что мне по голове попал. Да иди ты нафиг, ты что творишь? Фигня какая-то. Так. Вот это значит принимаем, пофиг. Магнум есть. Мне с пистолета надо убивать. Этих самых. Если увижу кого. Так что, как бы там ни было, пистолет к бою, по алюбасу. На трейлерный, как мне проскочить? Опа, это что такое бегает там? Это, по-моему, ЧВК побежал. Стоп, да, блин, с той стороны уже стреляют по нему, слышал, да? Кто-то пасет все это дело, видимо. Славно, конечно, что много народу на карте, но они, блин, житья не дадут же. Самое плохое в полных рейдах не то, что народу много, а то, что большая вероятность того, что сидят кемпедристы. А мне бы наоборот поспокойнее, чтобы мастики поделать, побегать туда-сюда, чтобы никто не мешал по всей локации. Диких пострелять. Ладно, вот здесь проскочить можно, я думаю. Если уж в воду перебежал. Чик. И через гаражи. Фить. Трейлерный попробую. Горцануть. Ой, блин. Все, не горцану уже. Попал, не убил, прикинь. Ну, решил рискнуть и не вывез. Я мэрный. Вон он. Или это дикий? Это дикий, по-моему. Да ну его в баню. Так, ладно, а чё я хожу геройствую? Мне же надо заложить эти часы. Ой, зажигалку эту. А потом пофиг, хоть трава не расти. Давай сначала заложим, а потом уже будем геройствовать ходить. Вот так дело не пойдет у меня. Ну,
такого продвижения не получается. Не, ну это, а как же убьешь тогда, да? Как квест пистолета сделаешь, если не будешь стрелять? Ни по кому. Вот он тут полутался и на той стороне решил перебежать тоже. Да правильно, в принципе, я бы тоже так сделал, возможно. Тут переход через воду вообще не этот. Небезопасный ни разу. Тут с той стороны могут этот берег простреливать. Закрываемся и закладываем. Ой, отлично. Все, мне выживание, выход с локации не нужны, поэтому я могу спокойно ходить сейчас и за ЧВК лутаться и стреляться, и все на свете. Пистолет заряжен, дробовик есть. Можно даже, кстати, это самое... ковырять что-нибудь, полутать. Хотя, блин, я сейчас опять заряженный же, да? Буду ходить по локации, тоже не дело. У того как раз Дигова, который на скрипучке вышел, по-моему, там у него этот был, 4-й бронеразгруз. Оружейный сейф какой-то. Ну, тут этот паря утонулся, похоже, что. О, можно будет этот посмотреть, да? Офис. Может, он и туда заглянул, пока я перебегал. Прям попялимся. Закрыто. Во-во-во. Я про что и говорил. Все равно проверю. Может, просто дверь прикрыли? Нет, заперто. Так, выхода у меня на той стороне, поэтому мне здесь теряться в любом случае нет никакого смысла. Пойдем по той же тропинке, что и пришел. Интересно, да, я на дороге стрельнул пару раз, и дикий такой чик, потом выходит незаметно и... И в ту, идет в ту сторону конкретно. Проверять, что почем. Кто на чем, да, тут она. То, что на ВСРФ стрелялось, скорее всего, пойдет по правой стороне, я так считаю. Но при этом будут смотреть во все глаза по сторонам. В центре мне не перебежать. Куда же он делся? В гараже, что ли, ушел? Скорее всего, в гараже ушел, да? В такой гуще ЧВК даже диких пострелять спокойно не получится.
что они выкашивают все на своем пути. Тут только одна возможность настрелять дикарей, это дождаться, пока подгрузятся челоботы. Вон лежит красавец. Щелкнул его кто-то. Ладно. Блин, я еще просто сам без глушителя, без ничего. Сейчас 1-2 выстрела и все. Вся вот эта массовочка 100% подбежит. Где тут обидчик мой был? Обзывался, матерился на меня. Пошли на заводскую территорию. Пошли на заводскую территорию, если получится сейчас. На заводской территории, если не диких постреляем, то хотя бы полутаемся перед выходом. Внутри там. Прикиньте. Это был ЧВК, прикинь. Это был ЧВК, голова, глаза. Я подумал, что это дикарь, поэтому выскочил на него так уверенно вообще. Ё-моё, вот это я, конечно, тип. Так, а чё я квеста не сдал? У меня же здесь путь выживальщика хладнокровный завершён. В состоянии тремора, это сломанной рукой под таблетками, я двоих чувака в голову застрелил сегодня. Всё, квест за плечами. И для лыжника золотые понты сделали. Нашли зебу-зажигалку, заложили в трейлерном парке, во времянке, и всё. Выживать, выходить с локации не было необходимости, поэтому квест закрыт. По реагенту первому мне нужно найти информацию о прошлой жизни замначальника. Это папка в вагоне, если помните, на заводской территории. Ну и 220-й ключ надо будет ему сдать. Купить. А по бомжу с Полихима убить диких на таможне, 25 диких. Можно совмещать с квестом терапевта, операция Водолей, часть вторая, там тоже диких надо настрелять. Оказывается, на улицах Таркова мне нужно было по Дейлику настрелять диких, четверых с дистанции более чем 40 метров, поэтому я, в общем, да, профукался тут. Мешок разгрузка на диком совсем что-то жиденькие. Ну ладно, надо, короче, денег мне подкрутить. Я пойду в 6 утра за дикаря в лес. Если получится, то в район затопленной деревни схожу, там много мест спауна. Драгоценностей всяких, чисто бабочки, чтобы поднять, чтобы чувака моему попроще, блин, дышалось, хоть совсем, чтобы голым не ходить. О. Базару нет, мне сразу, блин, тут и лут, и все на свете. Чайник, ключ, карта от лаборатории. И прям тебе затопленная сразу. Нет, мне надо драгоценности, мне надо что-нибудь, что я смогу потом вынести и продать. Так что давай, давай, Тарков. Показывай, что у тебя там. Интересного, вкусного. Че, ну я же не буду чайник продавать. Ладно, ключ-карту я продам, потому что две у меня уже дома. По-моему. А, не, у меня вообще ни одной нет, по-моему. Это я путаю.
ВСРФ окраина у мертвеца. Куда идти мне? В каком направлении было бы правильнее пойти? В сторону окраин? Или в сторону ВСРФ? Мертвеца, наверное, да? Самый оптимальный вариант. Мертвец — это который... Ну, в общем, недалеко от дома диких, там у воды. Ну, давай так и сделаем. Посмотрим здесь все эти... Все равно у меня мешок небольшой. Серебро есть. Мешок у меня небольшой. Так, туда-сюда чисто. Это что за хрень? Яйцо. Пойдет. Тоже, блин, как я яйцо сейчас продам, если мне его потом сдавать по квесту? Давай лучше биткоинов побольше. Ну или газоанализатор дай, чтобы квест закрыть. Шило, говорит, дам, больше ничего не дам. Ладно, тоже шило пойдет, 20 тысяч. Нормально, за ячейку двадцатка, нормально. Сейчас тут, там, сям. Глядишь, и наковыряем что-нибудь. Чистоган. 15 тысяч лежит. Тут конь. Сахар сейчас, по-моему, ничего не стоит, его толку брать. Не так много. Давай газан, вот это газан, пицау. Бам! Да, ну нафиг, Тарков! Базару, нет, ты поэтому меня и пинал на таможне, чтобы газан мне потом за дикого, да? Ты меня прям выдавливал за дикаря. Надо домой, получается. Домой. Не стреляйте, я мирный теперь. Не, ну это, посмотреть-то надо все равно, что почем где. Что, может, по каким драгоценностям найдем? Так. Понял вас, понял. Тут что у нас, продовольствие? А из продовольствия, по-моему, только соль есть уже. Аленку заберем. Свои. Получается. Че к брыгам, короче. Потом по бабам. Я сначала выйти надо, а потом можно к барыгам.
ты там тоже не лутано получается, да? А ну дай второй газан. Уф, прикинь, я думал, сейчас второй газан даст. Так, ладно, что, вот это можно скинуть. И, пожалуй, вот это. Эта штука тридцатку стоит. Эту штуку можно продать нормально, так нормально. В пекло эту медицину. Газан. Да. Ну да, такой трюк не всегда прокатывает. В общем, я заметил, чем хуже одет твой дикий, чем хуже на нем снаряга, тем вкуснее у него потом по карманам распихано. Я вот такую тенденцию, в общем, заметил. Блин, 8 минут, оказывается, надо уже дома чесать со всей дури. У тебя, в общем, у дикаря либо хорошая снаряга, но пустые карманы, либо наоборот, херовенькая снаряга, но при этом есть что в карманах. Такая тема. Появился уже с квестовыми предметами. Двумя, с чайником и ключ карты от лаборатории. Это же офигеть. Причем у меня карма там единицы даже нет. Там 0,90, что-то с копейками. Ничего, так сказать, серьезного. Точняк. Ну да, место-то популярное. Воды. А туда спящего глянем. Его не всегда лутают. Братюня, чё нашел? Шлем. Бам. Свои. Он кошмарит. Как не родной прям. Так, да тут все прочесали уже. Тут вообще смотреть на самом деле нечего. Тут за ЧВК, если попадешься и пойдешь в эту сторону, скорее всего в ПВП попадешь, за дикого пойдешь, то большая очень вероятность того, что здесь вообще все залутано на этих базах. Тут за дикого, если лутать, то такие не особо популярные места. Какие-нибудь тайники на зеленке, да, или там затопленное. Тоже я редко видел, чтобы оно там полностью прям в ноль было выгреблено. Че, прямиком к спящему тогда? Или можно в картотеку заглянуть по пути? И во временку, где вкусняхи спавнятся. Может, кто мимо прошел? Конечно, броню я не вынес, но тут пару предметов продать и все. Для ЧВК уже бронеразгруз какой-нибудь 1050 можно выцепить. Хоть там 3-го или 4-го класса, да? Уже что-то. Багажник открыт, тут летали. Ого, нормально лутали. Это что такое? Картоха, что ли, лежит у него? А ну-ка, а ну-ка, а ну-ка. А это умка.
такой же, как я, примерно. А, это челобот был. Похоже, что. Челобота накрыли. Ничего, успеваю пока. Раз тут все вычистили, то скорее всего и там, на малой этой лесопилке, да, тоже все вычистили. Нет, смотри, болтики. Видимо, картотеки не лутали. Не густо. Наши ходят. Вах-вах. Вот это мы продадим тоже, если вынесем. Короче, надо ускоряться незаметно. А я что такое? Вычистили. Это наши. А, вот тут, короче, друган мой бывал точно. Ага. Здорово. Все вычистили. Режим пылесоса включил кто-то и все выгреб. ПП можно, наверное, взять. СПП. Я не знаю даже, они что, какие продаются, какие самые... Какие не продаются, накрутили там сейчас с патронами, с этими. БПхи, по-моему, только продаются из нормальных, да. БТ больше, по-моему, не купить. Или купить, что там открывать квесты какие-то надо. Ладно, неважно. Ну вот, хоть какая-то отдушина, да, после этих непроходимых таможен. Где каждый тебе, кому не лень. По глазам бьет. Да, за дикого... Все равно за дикого свой кайф поиграть, свой геймплей. Не, ну это квест получается в кармане у меня. 14 минут на все про все. 1300 опыта, который не идет у меня для ЧВК. Зато у меня тут квестовый чайник. Ключ-карта с доступом в лабораторию тоже квестовая получается. Газан квестовый. Я бы оставил, честно говоря, в добрую половину лута, который нашел. Но, блин, деньги нужны. Денег вообще нет. Надо продавать все. Ну что, очень даже неплохо. Санэпиднадзор, часть первая. Мы закрываем при помощи дикаря. Передаем газоанализатор, который нашли в рейде. И все. Правда, теперь она дает точно такой же квест, санэпиднадзор, часть вторая и точно эти же самые газоанализаторы, только теперь два штуки надо будет найти. Ну ничего, найдем со временем. В общем, я готов. Идем еще раз на таможню, прогуляемся. Просто постреляю диких. Мне еще кучу целую надо диких настрелять. Вот сейчас я буду не спеша, мне никуда не надо идти. А, нет, надо идти. Мне же надо в вагон идти. Ну что, пацанчики? Теперь моя очередь убивать. Блин, и спаун недалеко так, в принципе. Ну вообще, я предпочитаю в таких случаях, чтобы спаун был в другой стороне, чтобы ты пришел на место. Ого, откидывает. Чтобы ты пришел на место спауна своего, да, лута, квестового. Забрал его, и рядом выход был. А не то, чтобы взял его в самом начале и такой... Господи, хоть бы не убили. Всю карту с ним чешешь. Давай мне газоанализатор. Лучше два. Спасибо. Спасибо. Ну что, сразу, наверное, смысла нет идти туда. На заводскую. Надо бы посмотреть дикарей по-хорошему. Сейчас они тут, там. Как раз подспавнятся. Подтянутся.
Ой-ой-ой, прям на меня идет, что ли? Вали, вали, кусок! Ты че, блин, устроил тут? Беспредел. Я вообще не понял, почему он сразу. Потому что я в кустах стоял, что ли? Весело тут у вас. Я примерно что-то в этом духе подозревал. Узбагойзе. Никак не угомонится. Ну ладно, попал пару-тройку раз, уже хорошо. Я как бы я взял болтовку, в принципе. Не только потому, что она там глушеная, но и плюс мне же надо качать. У меня вообще навык прокачки болтовых винтовок 0. А нужен третий. Вон он. Это весело. Так. Что еще тут можно подстрелить? Заправку, по идее. Эти еще не подъехали. А он, по-моему, уже готовый лежит там. Или нет, он живой. О, блин, дистанция бешеная, слишком далеко. Для этой волыны. Или он уже спящий? А, по-моему, дома уже кино смотрит. Так. Что тогда, пойдем папку заберем? Минимум. О, тут пустой АКС-магазин, я хожу с ним. Еще в самых неожиданных местах надо посмотреть эту самую. Флешки, да? Мне же еще флешек надо будет кучу. Газаны. Да вы как так выходите, я, блин, даже вообще не вижу. Или я косорылый? Блин, ну пришлось его сразу щелкнуть, чтобы он... А то он не отпустил бы меня. Так-то можно было пострелять по ноге, по рука. Даже не было никого, получается. А нет, кто-то был. Он где-то тело увидел, и причем это не я делал. Пофиг, пойдем хотя бы диких покошмарим, пока есть такая возможность. А то чуваки бы все выгрызают. Что такое было? Мама.
Так, а я его отсюда увижу еще. Или он внутрь зашел? А, нет. Где он? Что-то не совсем понял, где он. А, вот он. Это он? Ну а чё, пока есть возможность побаловаться попаданиями с болтовки, чё бы не пока... Вот он у нас ствол. Чик. Чик, ща пойдёт. Справа там кто-то бормотал ещё. Давай, братела, выходи. Есть. Но он уже, скорее всего, крови просто истечет, да? Однако, в любом случае, он должен будет засчитаться мне. В список. Где-то тут еще болтал. Не-не-не, подожди. Видел меня под конец. А я не понимаю, где он. Все, понял. Или не понял? Понял. Ладно, мне дистанция не важна здесь, так что можно будет и поближе подойти. Чтобы вот это не выцеливать. Живой. Прости, братюня. А он прям за углом здесь. Вон он, вон, блядь, ебашь его! А чего ты всем рассказываешь, что я здесь? Наверное, будет правильным, если я пойду и папку заберу все-таки, да? Ух, мать моя женщина, это что такое? 220-й. У-у-у, как раз то, что надо мне сдать. Лыжнику как раз и покупать не надо будет. Пойду заберу тогда папку. А то сейчас с той стороны как раз пойдут в эту. Наверное. И пока есть еще рассыпуха немного, чуть постреляю тут по диким. Папка должна быть... А, вот она на месте. Чик.
бывает, что вон туда под палету ее кладут. У меня кореш, когда выполнял квест этот, не сразу нашел ее. Ну что, папка есть? Сейчас еще гляну, что там по дикарям у меня. По этому, по квесту. От прапора, ой, от этой, трое еще. От терапевта. Давай, наверное, троих диких достреляем, а с папкой уже как получится. Вынесем, вынесем. Нет, так и хрен с ней. Попробую диких дострелять. Так-то, если никто не помешает, то это абсолютно не проблема. Контаки возьму. Эй! Тут звук поприятнее немного. Кто-то был, видал, выскочил. Двери все открыл. Ладно, фиг с ним, с лутанием. Все равно мне идти на ту сторону, на трейлерный парк и так далее. Там где-то по пути можно будет спокойно полутаться. Мешок всегда найдем, где и чем набить. Я бы хотел сейчас еще диких глянуть на блокпосту. И на заправке, я думаю, подъехали уже. А если что, чуть дальше туда глянем. Приятного. Эти патроны как раз у меня на пистолет. Жалим, чё. Так, по-моему, под лэп там кто-то ходит. Дикарь какой-то. Его я, скорее всего, и слышал до этого. Да, базарит. Какой шустрый. Ух ты. Вот тут двое, оказывается. Так, еще двоих осталось. А, кого двоих? Мне же еще там бомж с полихима 25 целых диких. Ну, короче, у меня еще с Ксюхи потом будет 25 диких по карателю, да? Так, что там, роднуля, где ты? А вон он. Есть кабанчик. Ну, давай, Тарков, еще одного мне. С закрытым квестом уйти. Вижу. Ой, хорош. Вот это, вот это. Выстрел на квест получился. Все, ништяк. С закрытым квестом уже бегать по кайфу. И время сейчас, самую жару я, получается, переждал, да? Сейчас вторая волна диких подспавнится, можно было бы пострелять. Так-то. Но надо идти на ту сторону, на сторону выхода. У меня же там выходы, да? Ну да, трейлерный перекресток, лодка. Сейчас посмотрим. Если лодка будет работать, то можно будет в СРФ еще стрельнуть пару раз. Ну или нет, хотя я лучше выйду. Если будет работать лодка. Зато я бомж с полихима закрою. Ой. Не бомж с полихима. А реагент первую часть. Тут кто-то промелькнул, я только что видел. А вот сидит.
Ой, я же говорю, там кто-то был. Да как ты видишь-то? Или это просто для моего роста материшься там на меня? Ничего себе у тебя тут. Кач. О, вот эти штуки мне нужны будут. С кого-то снял он калашик тоже. С галкой. С какого-то дикого снял тут. Где-то диких кошмарили тут. Сухарики ржаные не продаются, продавать их смысла нет, там какую бы цену ни поставил, ты все равно заплатишь дороже за комиссию за эту. Поэтому я их заберу, потому что я с них это творю. Тушенки буду варить, у меня сельпо скоро квест будет. Там надо 15 банок тушенок. А их я попробую сварить, да не попробую, а просто буду варить в убежище. Еще блоки. Так, где-то тут он. Ты где, паря? На общаге ушел, что ли? О, Винстон. Тоже нужная штука. Винстона мне штуки несколько надо, там три, по-моему, надо было, или две. Общага, второй этаж открыта, скорее всего, это ЧВК заходили, выходили, поэтому я пойду потихонечку мимо общаги. Посмотрим сейчас, что там на лодке. Опа. Блин, если вверху живой, значит и внизу должно быть. Скорее всего и на КПП, и везде должны быть. Этого сломали уже. У ядрёна вошь не видно нифига. Ну да ладно, одного еще добавили в список. Уже хорошо. Ну, мана. Разбор там полетов у пацанов. Ух ты, нифига ты. Что-то мне послышалось, что здесь что-то какой-то звук я слышал, но это возможно от взрыва. Сначала пролетает же, а потом взрыв, если он на дистанции. Может и нет. Свою фигню эту не страховал мне. Надо было застраховать, чтобы хотя бы скинуть в случае чего. Да и так третий класс вряд ли кто заберет, блин, не работает, короче.
Работает выход. На ВСРФ пойдем? Блин, мне надо вынести эту штуку. А по бомжу у нас десяточка целая. Нифига себе. Удачный дикий рейд получается, да? Это где базарил? Ну понятно. Пора. Опачки. Хуйло! Где ты, а, сука? Паскуда! Все. Застрелил, еле как. Вы что вы творите, пацаны? Вы же меня сейчас так размотаете. Сейчас еще кучка пройдет. Главное, чтоб ЧВК не подскочили, а они могут. Они любители этого дела под шумок подвалить. Какой-нибудь отдарчик с удовольствием, да? Девятки. Ух, мать твою! Что творишь? Меньше давай, пошел! Там двое, что ли? Я так и знал, что вот такое будет на ВСРФ. Ну, в принципе, я на это и шел. Злой такой. Еще где-то сзади там. А у меня уже рассыпухи нет. Надо домой идти, надо выносить папку, короче. Еще полумаска. Блин, оружейный ремкомплект лежит, прикинь. Ух ты. Вроде никого. Ёпу на мать. Офигеть. Так, нафиг. Сейчас еще оттуда подойдут. Сидишь такой, никого не трогаешь, лутаешься, вроде никого. Ух, мать. Блин, не успел. Ну вот, как в старые добрые, 26 минут на локации, целую кучу диких перестрелял, там получается 15 диких. У-у-у,
Красота, и все сотрёт голову. Какой жесткий этот пацан, вижу. Операция «Водолей», часть 2, квест закрыт, много диких настрелял, и можем закрывать этот квест. Вот, а по реагенту части 1 мне посчастливилось найти не только папку, но и ключ в диком оказался от 220-й комнаты, который как раз мне по этому квесту надо передать. Значит, реагент часть 1 мы в том числе закрываем. Реагент часть 2 — это квест в общежитиях. Мне нужно войти в комнату 220-ю, общаги трехэтажки, и забрать там пару предметов. Все, на этом буду заканчивать. Сегодня хороший, как по мне, получился денек. Я кайфанул сегодня от игры. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, и вам выпуск понравился. Благодарю за вашу поддержку. Пальцы вверх и доброе слово. Хорошего настроения, приятной игры и до следующего выпуска. До свидания.